Он может и забить, и отдать. Вообще всего 5 защитников у «Витязи» забивали в этом сезоне. И всего лишь 10 шайб забросили, совсем немного. ЦСКА играет в полном составе. У «Витязя» в большинстве не было шансов, не было моментов. А вот здесь уже в равных составах возникает ситуация, крайне неприятная для Юхансона. Посмотрим, какой шанс был у «Витязя». Вот если бы удалось поднять шайбу над щитком,